Как в сегодняшних реалиях защитить информацию? Отвечать на этот вопрос будут эксперты на межрегиональной конференции безопасности инфосистем. Она стартует 16 марта в Сургуте. Здесь соберутся лидеры цифровой трансформации и технологий безопасности из российских регионов и IT-компаний. В течение 2 дней топовые спикеры обсудят ключевые направления кибербезопасности и последние решения по защите информации. В этом году основными темами для дискуссии станут новые вызовы и решения информбезопасности, импортонезависимость в обеспечении кибербезопасной среды и информбезопасность в образовании. В рамках конференции совместно с лабораторией Касперского организаторы проведут для школьников урок цифры на тему «Что прячется в смартфоне? Исследуем мобильные угрозы».